Всем привет! С вами инкогнито Татьяна. Сегодня покажу, какой у нас день после дождя. Видите, да, опять тучки. Ну, от дождя уже никакого следа нет. Все просохло. В общем, опять лето и опять жара. А я сегодня решила пересадить свои многострадальные цветы. Не знаю, как они называются, но они похожи на нарциссы комнатные. Вот такие вот они тонкие листочки у них. Многострадальные, потому что было, когда гроза, у меня горшок с подоконника свалился и разбился. И вот они у меня теперь страдают. Хочу их пересадить. Заодно и пересадить, у меня в другом горшке тоже был такой цветок. Я их объединю в один горшок и пересажу. На низ горшка я положила дренаж. Дренажом у меня служат кусочки пенопласта. Нужно обязательно делать дренаж, чтобы вода внизу горшка не застаивалась и чтобы корни не загнивали. Пакет с цветком и горшок я пролила водой. И буду теперь выбирать жизнеспособные луковки, вот такие вот, и пересаживать уже в новый горшок. Ну вот, пакет я разобрала. Вот такие корешки, хорошенькие, беленькие, зелененькие листики. И теперь займусь горшком. Вот я вытащила из горшка, видите, снизу был у меня тоже дренаж, пенопласт. И сейчас вот эти цветы я тоже разберу. У меня к посадке уже все готово. Дренаж в горшке, мои цветы. Вот так они сейчас выглядят. Еще вам хочу сказать, вот я не одела перчатки, а земля забивается под ногти. Чтобы этого не случилось, может быть, у вас перчаток нет, а вам нужно работать с землей, нужно вот так вот просто ногтями пошкрябать кусочек мыла. И тогда все хорошо, замечательно отмывается, смывается, и грязь не попадает под ногти. Ну вот, начинаем посадку. На дно горшка, на дренаж, я высыпаю слой земли. И просто вот так вот по кругу я выкладываю луковицы. Вот так я расставила луковицы по горшку. Теперь буду присыпать землей и немножко их еще расправлять. Вот какой красавчик у меня получился. Теперь его нужно полить водичкой и сверху еще присыпать землей. Вот так у меня получилось. Теперь не ставьте его на солнце. Солнце ему пока противопоказано. Оставляем его в тени и пусть он себе привыкает жить по-новому в новом горшке. А я опять буду ждать вас на своем канале. Буду рада новым знакомствам. Так что приходите, подписывайтесь, кто еще не подписан. И всем пока-пока!